Уважаемые ветераны, друженики тыла, дети войны, дорогие яраничи и гости Яранского района, примите самые искренние и теплые поздравления. Великий праздник, День Победы. Все дальше и дальше от нас победный май 45-го года. И сегодня мы встречаем 76-ю годовщину Великой Победы в Отечественной войне. Великая Отечественная война – это не только история нашей Родины, это история каждой семьи. Нет ни одной семьи, кого бы ни коснулась война. Мы не знали жестокой кровопролитной войны. Мы не знали голода, тягот и лишений. Но для нас 9 мая навсегда останется священной датой. Из Яранского района на фронт ушло более 20 тысяч человек. 9165 человек не вернулись домой. Но никто не забыт, и ничто не забыто. День Победы – это священная дата для каждого из нас. Это символ стойкости, мужества, героизма, чести и честности наших дедов и прадедов. И так будет всегда. Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, тепла вам и вашим семьям, мирного неба над головой. Для нас задача – сохранить мир во всем мире и не дать исказить историческую правду о Великой Отечественной войне. Спасибо вам за то, что мы имеем возможность трудиться и растить своих детей, за то, что мы имеем возможность жить на родной земле. Мы помним, мы гордимся.